Азербайджанцы, живущие в Москве в период пандемии, помогают не только своим соотечественникам, живущим в Москве и Московской области, но и москвичам, которые оказались самыми незащищенными в это время. Это пенсионеры, ветераны, инвалиды, медики и многодетные семьи. Владелец ресторана, азербайджанец Джавид Латифзаде, организовал благотворительную акцию «Сытый карантин», в рамках которой осуществляет доставку бесплатного питания этим людям. В ежедневный обед входит три полноценных блюда – это суп, салат и основное блюдо. Они меняются в зависимости от меню. Служба доставки ресторана доставляет ежедневно обеды от 100 до 150 людям. Заявки на обеды принимаются в социальных сетях и по телефону ресторана. И по словам организаторов акции, самая лучшая награда за их труд – это видеть улыбающиеся лица людей, которым они пришли на помощь. Мы обратились в кафе «Анифель». Я инвалид, мать-одиночка, попросили доставить нам бесплатные обеды. Абсолютно все бесплатно доставили, вот на трех человек обеды. Ни рубля, как говорится, с нас не взяли, прям низкий поклон, мы очень благодарны. Спасибо. Хочу выразить благодарность за доставку ресторану. Уже третий день приходит, все очень вкусно, очень кстати, потому что я из дома не выхожу, мне 65 лет. И это очень приятно. Большое спасибо. Вот мне сейчас доставили этот самый набор. Вот. Поэтому большое спасибо. Я хочу сказать вам и вашей фирме, и, в общем, всем. Я пенсионер, сестра моя не ходит с рождения на коляске, колясочница. Поэтому нам очень эта помощь нужна. Тем более в такое трудное время. Обеды очень хорошие, бесплатно. Спасибо большое ресторану, руководству, администрации. Хочу выразить благодарность ресторану «Анфилд» за помощь в тяжелые дни, и за, безусловно, вкусную еду, и за большую поддержку, конечно. И вообще за доброе сердце, что вы так помогаете нам. Спасибо вам большое. Храни вас Господь и удачи вам на долгие годы.